Сидорин, Вера Кузьминична и Иван Иванович прожили вместе 51 год. Друг о друге они говорят с теплотой и с улыбкой. Глава семейства уверен, что залог долгой и счастливой семейной жизни – уважение друг к другу. Как признается Иван Иванович, он всегда прислушивается к мнению жены, а Вера Кузьминична, в свою очередь, доверяет любимому супругу. На торжестве присутствовали пары с семейным стажем 50, 55, 60 лет. Сразу три пары принимали поздравления с 65-летием супружеской жизни. У вас сегодня праздник. Праздник любви, праздник верности. И самое главное, что у вас дорога была очень любимая, сложная. Действительно были и проблемы, но вы решали их вместе. Почему? Потому что сегодня у вас, у многих, большой стаж совместной счастливой жизни. Депутаты Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков и первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина обратились к юбилярам со словами поздравлений и теплыми пожеланиями. Меня посетила такая мысль, вообще вот такие мероприятия их надо проводить вот не в доме культуры, а как бы в день в ЗАГСе. Вот где вот, вот представьте, сегодня вот просто необходимо вас показывать тем людям, кто сегодня вступает в брак, кто в наше время. Сегодня такой замечательный вечер. И у нас 134 пары, которые удивительные даты семейного долголетия, семейной жизни, самое главное. Мне кажется, конечно, когда смотришь на эти счастливые пары, они сейчас идут, и мы смотрим, как они друг друга поддерживают, с каким уважением друг к другу. И, конечно, понимаешь, какой опыт именно семейной жизни. Виновникам торжества вручили памятные подарки и поздравительные адреса от главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Для виновников торжества, а в зале было 127 пар из 130 приглашенных, подготовили концертную программу. Выступление оперных исполнителей заставило зал буквально замереть. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».